Начинаем с красоты, как всегда. И, кстати, писали в комментариях, что цветы нельзя с фруктами класть, потому что, особенно с цитрусовыми, потому что они обижаются и вянут. И я, прочитав комментарии, решила просто сделать тест. Оставила эти шариковые фрукты возле тюльпанов. И хочу признаться, что мои тюльпаны так красиво и долго никогда еще не стояли. Так что, думаю, тест не прошел. То есть цитрус никак не повлиял на тюльпанов. Но это совершенно другая тема. Сегодня что делаем? Так рано мы влог не начинали. У нас утро раннее, весеннее, прекрасное, солнечное. Арка в школе, и слушайте, он хотел в школу в этой шлеме по стиарам сегодня. Что хотят, то и делает. Арка! Дуда съесть инчесану! Миари! Он в школе, и как будто не в школе, с Беком играют в комнате. Арка, беки наса дурзга, тавес! Да, сегодня едем совмещать приятное с полезным. У мужа дела, но поскольку едем в те края, где можно немножко еще отдохнуть, будем снимать наш отдых. Отдых, если назовем это отдыхом. Но мы всегда стараемся, по крайней мере, чуточку отдохнуть. Так что варю плавики для детей. Коричневый плов и белый плов. Мы так называем гречку, называем коричневый плов, а рисовый плов называем белый плов. Хлебушек пеку, фрукты надо, наверное. Сейчас старший сын проснется, когда мы куда-то отлучаемся. Они с сестрой, со старшей сестрой идут покупки делают специальные. Эти покупки называются «Одни дома». Покупают себе фрукты, овощи, сладкое покупают или что хотят готовить в пачках. И сейчас они пойдут свои покупки сделают, немножко что-нибудь. Мы не завтракали, кофе пили, немножко позавтракаем или ланч сделаем и выйдем в дорогу. Пока, айскана. Мы так рано еще не ели, но поскольку сегодня ничего, почти с собой ничего не беру съедобного, только хлебушек и немножко сыра на всякий случай. Поэтому хочу хорошенько покормить нашего уважаемого. Это супчик с этим чечевицей. Супчик будет, хлеб. О май гад, какой вкусный получился. Цельнозерновой, там и патока есть, и солод есть, разные муки. Тут, конечно, ржаной цельнозерновой. Что еще? Ничего. И такой такой нежный, тонкий, но хрустящий, сам как пух. Не ожидала, что такой пористый будет, поэтому так удивляюсь. Всегда разный хлеб получается, всегда. Всегда лучше другого. Такой еще не был у меня, такой вкусный. Это значит к добру. Масло, ну это не масло. О, масло закончилось. Пусть заканчивается. Лильгенумек. Дети не верят, что мы вовремя в этот раз уходим. Всегда планируем в 12 уехать, скажем. И к часам двум выезжаем. Они говорят, мы уже знаем, как это работает, ваша система, но они не знают. Сегодня мы должны, выбора нету, должны быстро выехать. Так что дети в магазин, мы быстро что-то съедобное. И двигаемся. Себе что хотела. О, у меня
сохранился. Как это? Сегодня все слова забываю. Помидоры, окей, это значит омлет с томатом. Очень люблю. Никто, кроме меня, это не ест, поэтому сам себе режиссер. Как это просит порцов? У него перерыв, оказывается, до 10. Больше перерывов, чем школьной этой самой experience. Арнаджан, подрастек? Yep. Сын уже в шортиках. Сейчас Марси? Nope. Если очень много солнца во дворе, они сразу переодеваются в летний гарнитур. Варям, садимся. Это тебе, это себе. Арка, are you in school? Да, еще в школе. Окей. Подожду, пусть перерыв сейчас начнется. Каждые 5 минут у них перерыв. Перерыв начнется, попрощаемся, и кажется, мы готовы на выход. I love you. Окей, Пэк. А его пачка? Ты уже расцеловала. Хаджан? Окей, у него еще 20 минут есть. Столько же ждать просто нету, как бы, смысла. Так что бежим. Окей, Арам, бай. Бай-бай-бай. С детьми прощаются. Они не терпятся, пока мы уедем. Бай, Торес. Бай, мам. Бай, сербас. Окей, give me a kiss. Окей. How it works. Do you stay? Они, когда маленькие были, очень любили, когда их целовала и след оставался. Окей, Люс, чмакрис. Говорю, не почисти. Бай, Арвис, пакетура. Окей, вот теперь точно уходим. О, Харко. Еще в школе бедный мальчик мучается. Арам, все взяли, сумки-мумки. О, наш смузи уже в машине. О, бананы взяли. Самое главное, операторский банан. Он даже что-нибудь иногда, как бы, желудка порадовать. Банан очень хорошо радует желудок. Арам, можешь пристегнуть? Я когда перед выходом умудряюсь наконец-то в жизни хоть раз маникюр сделать. В общем, всегда портится что-нибудь. Поэтому надо в машине. Когда выхожу в машине, делаю. В машине ничего не делаю, ничего не трогаю. И сохраняется. Окей, про это тоже не важно. Едем в Санта-Барбару. Там остановимся. Что-нибудь, наверное, сделаем, чтобы не скучали. И потом поедем в наш традиционный чумашевский гостиницу, в Чумаше поедем. И посмотрим, что будет дальше. Все, было ощущение, что что-то забыла, но нет. У тебя тоже чарджер взял? Нет. Я взяла телефон, чарджер имеешь в виду? Я взяла. Я имею в виду твои аппаратовские чарджеры, марджеры. Твою технику взял. Значит, все взяли. Тебя взяли, себя взяли. Камера в руках. Да, воду и кофе надо взять. И в путь. Если вас еще интересует наша погода. Очень хорошая. Уже можно во дворе сидеть и делать то, что душе пожелается. Этому человеку кофе сейчас желается. Буду ждать Арам.
чай ему раньше? Телефон. Без телефона он не может кофе купить. Не дадут. Шучу. А места нету. Для кофе всегда место есть. Вот какой огромный кофе взял. Самое хорошее место. О, правильно, Арам, молодец. Такой умный, мудрый мужчина. И едем, Арам. Едем, не останавливаемся. Не побрился, но бритву с собой взял, чтобы потом освежиться. Не успел. Что поделаешь? Мудрый, но не все успевает. Я рассказывала, какой ты мудрый мужчина. Хвалил как бы своего рода. Окей, настроение хорошее, погода хорошая. Вы с нами, мы с вами. Едем. Доехали до Санта-Варвары, как говорит муж. Город пустой, но красивый. Вовсюду почему-то все улицы закрыты, но думаем, поскольку постольку. Все рестораны сейчас во дворе, улицы, поэтому закрыли, чтобы... Но кто приходит сюда в этот час, в эти дни? Может, только мы с тобой, для нас закрыли. Пусто в городе. И там что-то строят. А чудзах. Налево-направо что-то строят. Погода хорошая. Уже, наверное, знаете. На всякий случай, если кто-то только что включил с этой части. Хорошая погода, не волнуйтесь. Сейчас спустимся. Немножко погуляем туда-сюда. Если захотим, если аппетит нам прикажет что-нибудь съесть, может, где-нибудь даже посидим, кофе выпьем или же насладимся одиноким Санта-Барбарой. Вот так вот. И доехали. У меня прохладно, только что погоду хвалила. На солнышко, может быть, пойдем, теплее станет. Счастлив? Очень. Что тебя привело в Санта-Барбару? Знаете что? Я не камикадзе, я не мазохистка.
дайте мне мою шубу, мое пальто длинное. Вот это другой разговор. Я не хочу умирать. Я еще молодая. Помните, не Констанция, Миледи. Что я иногда вспоминаю. Маску поправляю. Все в городе с масками. Все. Мы туристы, мы не понимаем, что в мире творится. Вот поэтому так беззаботно гуляем. Очень приятно гуляется по пустому городу. Только чуточку холодновато. Немножко жалуюсь. Магазины тоже пустыми будут. Но такая грусть в городе. Идет убитие, убийство всех бизнесов. Никого нету. Надо пойти в каждый магазин что-нибудь купить. Хотя бы решить что-нибудь. Ой, здесь платье покупала. 70% скидка по всему магазину. Пойдем. Интересный цвет такой, да? Мягкий. Дочке может понравиться. Или может совершенно близко не подойти. Good, how are you? Очень красивые платья есть, разные стили есть. Такой жакет прелестный, огромный и теплый, но слишком, too much. Скоро уже заканчивается зима, так что иду на более весенне-летний мод. Помнишь, я здесь платье покупала, мое nude color, длинное. О, это сарафан. Ох, как неудобно эти одевать. Женщины меня понимают. Двигаемся дальше. Окей, я там еще хочу посмотреть. Такие платья красивые есть, белые. Ну, слишком откровенные. Красивые, но здесь что-то надо приклеить. Приклеить брошку, наверное. А само платье очень красиво. Но здесь тоже, видите, как открыто слишком. Переделку надо делать. Пока переделаешь, лучше что-нибудь другое купить. Тоже интересные, ну, с такими карманами по сторонам не слишком уж, не мой стиль. Эти тоже, да, прошли как-то, для кого-то прошли, а для кого-то никогда не пройдут. Leopard print. Что это? Халатик. Или не халат, не знаю. Я от моды отстала. Оказывается, это в моде, а? Наверное. Distressed.
Нравится она. Люди хотели изменить твое имя на «Очень». Место оператора «Очень». Это стоит $48. Надеюсь, скидка есть. Спрошу. Сарафанчик такой летний, нежный. Ну, очень такой материал тонкий слишком. Надо что-то придумать под этот сарафан. Подождите. Больная. Не мой цвет. Че? Цвет такой прекрасный, по-моему. С разрезом. Я только поняла, что такое, почему ах. Стоит $60 по, ну, последний шанс у вас. 25% скидка. Это, наверное, о нет, можете завязать, можете развязать. Платье такое широкое. Такие удобные эти платья. Жаль, что черный цвет. И смотрите, какой просторный домашний стиль. Окей. Двигаемся дальше. Платье красивое. Только на манекене есть. Цены проверяю. $80. Наверное, это надо под платье одеть. Точно такое что-то. Очень хорошо подходит. Тоже красивое. Size large. Ну, такой тоже свободный домашний стиль. Материал тоже хороший. Полосочки, малосочки. Это что? Нет, это не моя любовь. Штаны с лифчиком. А что? Так и есть. Ну, очень модно. Главное, модно. Что за интересный стиль? Это живот или спина? Не понимаю. Волнуюсь. Нет, это животик открыт такой. Стиль, наверное. Какое время, такой стиль. Свитер красивый, такой мягкий, с джинсами. Size small. Здесь и вечернее платье тоже есть. Кто сейчас ходит на вечеринки? Вот и платья сидят, отдыхают, грустят. Значит так, вечернее платье нам не интересует. Вот джинсы есть. Но узкие джинсы стали не нравиться мне. Окей, джинсы у нас есть. Mm-hmm.
тоже они продают. How much are they? $1.99. Эту огромную не хочу. У них есть еще такие вазочки деревянные, металлические. Тарелочку нашла. Красивая, да? Не знаю для чего. Чуточку глубокая тарелка. Это из бамбука, наверное, тарелочки. Интересные. Не знаю сколько. Цены нету. Окей. Пришли покупать платье, кстати. Окей, это положу. Этот цвет такой красивый. О, с разрезами с обоих сторон. Ах. Покупаем. Обновляем летний гарнитур. Решила название. Название влога. Обновляем летний гарнитур. Такие платья никому не помешают. Свободные, мягкие и непрозрачные. Двигаемся дальше. Шарфик такой красивый. Цвет хороший. Имею в виду маски. Хорошая маска. Недорогая. Попросим скидку. Цвета и красивые. Я не знаю, красивые или некрасивые. Что-то красивое есть в этом платье. Давай, подожди, сейчас покажу. Окей. You can wear any size. Any size, that's right. Накидка, но жакет. Ну, слишком жакет. Слишком жакет. Одна сторона с этими, с пускуликами. О, наверное, можно так вот расстегнуть, застегнуть. И получится такой гарнитур. Нашла слово. Не хочу. Закончила. У них там бижутерия есть интересная. Может, посмотрю. Если что-нибудь найду, завершу этим мой шопинг. Раньше такие были очень в моде, насколько помню. Но мне не нравятся слишком большие оканчух, сережки. Эти красивые, по-моему, кристальные. Наверное, эти возьму. И все, думаю, я закончила. Эти интересные кружочки. Надо посмотреть. О, ну, очень большие.
То есть некрасиво сидят. Все, я закончила. Эти тоже красивые. Но не сосредоточусь. И, ах, как же трудно иногда приходится нам, бедным женщинам. Серебряный или золотой? Арам, помоги. Не хочет помочь. Окей. Пошла на золотой. Ну, не очень золотой, но такой яркий более. Окей, I think I'm done. Пошапились на славу. Но больше никуда ходить не хочется. Почему-то. Желание пойти куда-то пропало в этом магазине. Хочешь тебя на ланч? Is that gonna fit? Как их поместится? Which one? The plate? Yeah. Let's see. Let's see. I think it will. Yeah, it will. It will, right? Yeah. Поместилось. Такую okay, большую тарелку okay, купила, okay. Деревянную. Mm-hmm. So far, so good. It's okay, just one bag is enough. Like this one. Mm-hmm. Это нам подарили. Подарок оставили в магазине. Такой огромный кувшин из бамбука. А муж спросил, сколько стоит, она говорит, я вам это подаю. Наверное, хотела. Кстати, такие магазины долго не задержатся. Anyway. Ну, куда брать, куда поставить? Даже машина далеко у нас стоит. Так что сказали, спасибо за подарок, оставьте. Если понедельник, вторник, если в среду вернемся, значит, заберем. Если до среды не вернемся, значит... Берите себе наш подарок. Мне так пить хочется, Арам. Настроение улучшилось. Почему-то. Теперь хочу мужа на... Хочешь романтический ужин или обед? Который час? О, 4 часа. Все, успеваем. Окей, на ужин тебя поведу. Так и быть. Арам, помнишь, однажды здесь остановились, и, Арам, птички какие-то очень сильно на всей машине, как бы, как сказать, цертеля вонца, накакали. Ужас. Наверное, весной у них такой период. Какательный. Какательный период. Пожалуйста, открывайте, хочу заместить или уместить мои... Новые обновки. Как хорошо, я начала обновлять все и всюду. Значит, решили пойти куда-нибудь, посидеть несколько минут. Может быть, что-нибудь поесть, попить. Думаю, на этом закончим этот длительный, многометражный влог. И встретимся в следующий раз. Оставайтесь с нами, берегите себя, будьте здоровы и поцелуй. Муа! Отбайся.